А в гостях у нас сегодня Виктор Александрович Костецкий, заслуженный артист России. Виктор Александрович, добрый день. Добрый расскажите. Вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Пишут ли вам часто поклонники? Отвечаете вы, главное, им? Отвечаете или нет? Практически нет. С чем связано? Времени не хватает? Нет, не хватает времени. Да нет, это, чтобы написать письмо, нужно ведь как-то настраиваться на волну этого человека. И если ты чувствуешь, что там что-то есть у этого человека, что действительно он тебе близок, тогда ты можешь ответить. Если он зацепит какие-то в тебе струны, говорит, серебряные струны, как говорит Таня Пилецкая, книги называют свои серебряные струны. А так нет, я не отвечаю. А, кстати, вот о чем обычно пишут письма? О любви своей. Нет, пишут о любви, да, о том, что какой вы красивый, да, ну, да, ну, и все, и как вы там. А, ну, и, да, и пишут, ну, иногда пишут довольно трезво, что вот мы следим за вашим творчеством, там то-то. Все-таки для актера, наверное, дарить именно радость на сцены с экранов телевизоров, да, в первую очередь, в этом его задача. Вообще, письма задача, это уже посредственно. Знаете, это как известная история с нашей знаменитой критикессой Дмитриевской, которая задала вопрос, когда был, давно еще был, приехал МХАТ, тогда еще, по-моему, даже Табаков не был этим худруком. И она задала ему вопрос. Олег Павлович, что вы хотели сказать этой ролью? Олег Павлович окаменел, потом надулся злобой и сказал, что я хотел сказать, я все сказал. А это ваша задача – решать, что вам это близко, вам по сердцу или нет. Вот. Мы не будем вам задавать вопросы, что вы хотели сказать ролью Крачинского. Я хотела уточнить, вот вы играли ведь «Свадьбу Крачинского» и в театре, как? И в кино. «Свадьба»? Крачинского. Крачинского, да. Прошу прощения, да. Прощения, да, немножко. И в театре, в музыкальной комедии, и в кино. И есть ли разница, где играть, в кино, в театре эту роль? Фу, разница, конечно, есть, потому что пленка уже запечатлевает, если говорить, запечатлевает уже то, что ты, и уже исправить невозможно. Такое застывшее действие, ну, в кавычках. Да, есть, ну, определенное есть уже, и ты рад бы, но Кричинском еще более-менее там как-то все совпадало. Совпадало, в общем, то, что даже на сцене... Ну, на сцене я делал... Вот Труффальдино из Бергамо, например. Потому что мы сделали уже Кричинский, были подготовлены к съемкам. Мы играли его уже. А Труффальдино из Бергамо сразу снимали. И поэтому многое мы не знали про персонажей. И так думаешь... И я на сцене, ну, так как шел спектакль одновременно, жило и фильм шел, который каждую неделю, по-моему, это рекордсмен. Так называю, я говорил, как Volkswagen, да, так народный фильм Труффальдино. То уже в спектакле я многое исправлял, я многое доигрывал, то, что я не доиграл в кино. А там ты играешь вроде бы тоже. Но глубинные вещи – это сложнее. И потом потом у меня еще была возможность, когда со студентами я делал часто, ну, довольно сцену с Труффальдино и ту самую, и Смиральдин, вот эта знаменитая сцена, которая тоже, в общем, они играют хорошо, но, слава богу, и актеры-то какие, и Костя Райкин, и Наташа Гундарева, конечно, это, но все-таки многого не хватало, у них тоже они, ну, потому что все с листа, они не подготовлены, а когда я уже делал с ребятами, даже с молодыми, совсем молодые, второй курс, ну, они играли, ну, и за этот зал, знаменитый на 500 мест, этот Глазуновский зал, просто устроил им овацию. Вот. Но у нас есть вот небольшой фрагмент вашего фильма, который вы упомянули. Давайте прямо сейчас и посмотрим. Так, как? О! Труффальдино из Бергамо. Больше Флоринда. Пред тобою, в чем, скажи, я повинна? Жить без любви и надежды не знаю. А Мадонна, я жизнь проклинаю. О, Мадонна, солнце в небе погасло. Я мечтала,
я молилась напрасно. Только два пламя мне слезы осушит. О, Мадонна, прими мою душу. Беатриче! Виктор Александрович, ну вот какие-то вспоминаются закулисья вот съемочного процесса. И зрителю всегда интересно, а что там было, что не вошло, да, скажем так, в фильм, что-то за кадром такое осталось? Да нет, ну как, во-первых, это все было, все окрашивалось, во-первых, личностью режиссера-постановщика Воробьева, конечно, потому что он нам... много дал своей энергетикой, своей... Ну, вас даже сейчас дух так перехватил. Конечно, ну что вы, конечно. И мы старались, и это все делалось в любви, что ли. В любви, наверное, и нам хотелось это играть. Ведь это мы продержались, 20 лет продержались в театре музыкальной комедии на любви. Вот то, что мы хотели это делать. Несмотря на характер, земля ему пухом, Воробьеву, но характер ведь у него был... ужаснейший. И мы получали такие, те, кто ближе, те самые оплюхи получали. Но было и счастье. Это 20 лет счастья. Вы не раз действительно говорили в своих интервью о том, что Владимир Воробьев, он очень тяжелый характер у него был. В то же время очень талантливый режиссер. Как вы сумели, вот как удалось взаимодействовать с ним при этом? Ну, взаимодействовать, ну, мне, может быть, я не знаю, потому что у меня школа довольно все-таки была хорошая. Бориса Вольфовича Зона. Это, надеюсь, вам известно эта фамилия. Он да? уже вас закалил, закалил, подготовил. Ну вот да. Ну вот хотя бы Лёва Додин, это мой сокурсник, да? Mm-hmm. Вот. Понимаете, и он вещи, которые он нам открывал нас самих себя. Он, ну, если говорить так красиво, он нам подарил нас самих себя. И невзирая на то, что после первого курса он меня хотел выгнать за цинизм. Ему показалось, что я циник. А это самый страшный грех для актера быть циником. Понимаете? Если ты не открыт как ребенок до последних, до своих, до самых, до преклонных лет, если ты не открыт сцене и тому, что ты делаешь, это конец тогда. И вот... это разговор очень долгий. Вот, когда вы начинали учиться, да, в театральном вузе, все-таки природа вас одарила яркой внешностью, хорошим голосом. Вы как-то, вам проще было, может быть, по сравнению с теми однокурсниками, у которых менее щедрые такие были внешние данные и так далее? Или это вообще не влияло на творческий учебный процесс? Ой, боже мой, тут вот даже вот сейчас тут Федя Бондарчук рассказал, как ему уж, он-то вообще был, из какой семейки, да? Ну да. Скопцев, Бондарчук, титаны, на каких-то плечах он стоял. Он говорит, я не мог слова вымолвить, как мне было страшно, когда надо было играть. Я пришел тоже в институт. Если наши еще тот же Лёва Додин, он был вот этот, как тут легко показывают, да, тют этот, да, дворец Жданова, тют. Еще там наши тоже сокурсники многие, они уже были готовы. Я, ну, абсолютно не готов. Я не знал, что такое этюд. И вот на этом я и попался, на этюде, когда мы играли детский сад, и я, ну, вошел просто за компанию и просто сидел, наблюдал за этим бедламом, потому что я домашний был, никакие детские сады не ходил, вот, и это мальчик с белым воротничком, да, и вот я сидел, наблюдал за этим, то, что творят, ну, детский сад, короче, и он меня похвалил. Виктор, у вас глаза 15-летней девочки. Я так, когда мы писали дневники, он заставлял дневники. А дипломатии в нас было очень мало. Ну, какой можно 20-летнего человека быть дипломатом? Каким? С мозгами молочно-восковой спилости еще. И я, ну, самое лучшее, что я свою похвалу, я так и заглавил. Вот похвалу Зоны я назвал дневник Виктора Костецкого или «Мир глазами 15-летней девочки». Он счел это цинизмом. Такой, когда он был, это громовержец Зон был, когда он гневался, среди нас негодяи, циники. И моя звезда начала закатываться. Я понял, все, конец мне. Конец. До тех пор, пока не Зон, он ходил на все экзамены, на все.
от теоретических до творческих, тем более. И вот он, когда посмотрел экзамен по сольному пению, и сказал, вот еще величие педагога, уметь признавать свои ошибки. Он сказал, Виктор, прежде всего я ставлю вам 5 по актерскому мастерству. Бам! И я понял, что... Вы здесь не зря. Что я не зря, что я имею право учиться у Зона. Вот что я понял. Имею право. И уже там, я опять же далеко был не самым лучшим, не самым родивым студентом. Понимаете? Все, мы попробовали жизнь на зуб, и на это... Все. Но вот это действительно в театральных вузах практика, что мастер может выгнать за профнепригодность, это же самое страшное, наверное, что может произойти. Ну, это, в общем, это тоже цинизм, это профнепригодность, да. У нас была одна девочка, которая была, она была очень красивая, золотая грива и вся такая пухлая. Да, все было на месте, все эти предметы на месте были. И зону она очень нравилась, ведь он умел ценить женскую стать и суть. Вот. А курс бунтовался, потому что она была цинична. Она знала уже цену людям во всех смыслах, понимаете? Она органичная была, да, она как кошка, все. Но мы ее возненавидели, все, и потребовали убрать ее с курса. И Зон понял, в чем дело, и все. И убрал, потому что... А он убирал не только, вот как я чуть не подвернулся под этот каток, а даже муж и жена были, очень хорошие муж и жена, Андрющенки такие были, хорошие, но они уже были, педагогу, когда противостоит уже семья, да со своей идеологией, уже определенная идеология уже, пусть даже довольно молодые люди, но ему уже работать невозможно. Понимаете, это даже в этом, это не цинизм, но знание того, что и это педагог перешагнуть через это не может. А тогда начинается тогда, а вы знаете, я лучше это знаю, скажет. Да, для педагога стой. Проще все-таки с чистого листа, ну, конечно, начинать работать. Конечно, лепить, вот... юное дарование, недаром говорят, юное дарование, когда его направлять и лепить из него. Вот. Ну, были вот также это самое, когда известный вам Леня Мозговой, да, наверное, вот вы говорили, да, у Лени Мозгового было, ну, честно сказал, Леня, я ему и так и в глаза сказал, ему было еще хуже, чем мне. У него было все против него. Ну, все было против него. А он нам все мотал на усы, делал. Мы так-то, а мы мастера, все так, ну, давай. Мы-то... знаем, где правда сокрыта. Виктор Александрович, ну давайте продолжим про разговор о творческом пути после короткой рекламной паузы. Напоминаю, у нас в гостях Виктор Александрович Костецкий. Да. Виктор Александрович, подскажите, пожалуйста, вы упомянули своих сокурсников. Да, ну я не дорассказал бы историю. Да, давайте, прошу прощения. Вот, я говорю, продолжалось, ведь 3 года человек терпел. Но он мотал на усы, его слушал Зона внимательно и все делал. А потом, когда он на 3-м курсе, играл он характерную роль пожилого, допустим, азербайджанца, бурового мастера в пьесе «Глубокая разведка». И когда он заклеил бровями, надел тюбетейку, коричневый цвет, усы и сыграл 100% точно. И мы тогда... Ах, вот что значит система Зоны. Что это такое за система? Как она меняет человека? И тогда вот, но 3 года он было ему тяжело. Вы общаетесь сегодня со своими сокурсниками? Да, конечно. Леня у нас вот как раз нас всех и сводит. Он такая вот, у него есть дар, чтобы нас сводить вместе. А все-таки вот у актеров, даже когда они учатся, вот этот дух бунтарства, он все-таки мешает пойти, может быть, несколько против системы, против каких-то правил? Мне он все время мешает. Я все время порчу взаимоотношения со всеми. Также портилось с Воробьевым, мы стояли иногда, вот так, «Мерси» или это, по пьесе, по книжке Акуджавы, когда он вдруг оборвал, когда начинается самое интересное, все персонажи крутятся вокруг Дасечки, этой знаменитой там... дамочки, значит, провинциальные. А он вдруг обрывает и говорит, все, спектакль, все, и финал, и поехал. Я говорю, как это?
как они посмотрели, как я, а вот так, это я режиссер. Я говорю, да что, плевать, а ты что, самое интересное начинается, и мы будем, и как баран, играй. Я говорю, не буду, вот до таких вещей, да. Ну, у Зона мудрости хватало, ну, слава богу. Все-таки компромисс должен быть между актером и режиссером. Все-таки актер же тоже входит в роль, он же тоже чувствует, что это может. Причем это взаимный компромисс. Да, взаимный. Взаимный. Вот Зон тоже, вот когда мне не получалось долго роль, это пьеса, 12-я ночь, много шума из ничего. Да нет, какая же пьеса, где Тезе играл. Ну, в общем, пьеса. Да что такое? Вот. И когда он говорит, тогда был Смоктуновский появился, театр, Шепоток, это органика, современника. Нам хотелось этого. Смоктуновского видели, и я начал, естественно, копировать. Там играют Тезе, да. Сон в летнюю ночь, да. Сон в летнюю ночь, да. Там тоже такие какие-то. Он говорит, Виктор, поищите вот где-то, ну, посмотрите, вы видели Качарова, например, да? Я говорю, ну, видел, да. Он говорит, ну, например, так, там это, да, режим, на счастье. Я говорю, вот, да, и вы хотите, вот, чтобы я вот так, да, да, режим. И пародирую его, а я был далеко не, если я завожусь, то я далеко не приятный человек. Я начал, над ним издевался, да, режим, на счастье, лапу мне, такая лапа, не виноват, трону, вы это хотите? Ну, вроде бы такой. И характер помягчел сразу. Вроде, нет, я так думаю, что же он мне подскажет? Это же ветхозаветный театр какой-то. Этот, ну, можно посмотреть, но не далее, не более. А дома попробовал. И вдруг понял. И когда я принес, попробовал весь монолог Тезе в таком виде, обсымой спартанской породы. И когда этот обломок возрождения Тезей, который потом говорит «спать скорее», когда он хватает свою ту любимую и тащит, это же понятно, не пионерские же радости, а спать скорее в том самом прямом смысле. Но и вдруг мои сокурсники разинули рты и стали. Я понял, тут разные вещи, к ним разные подходы, разная стилистика иногда. И это надо уметь делать. Вот он, но он понял отлично, я над ним издеваюсь. Ну, да, примерно сам, да, и ушел. Да. Интеллигент с бабочкой ушел, как бы. Нет. Компромисс, тоже компромисс. Виктор Александрович, а были ли какие-то роли в вашей жизни, от которых вы отказывались, потому что вам было неприятно, может быть, работать? Сценарий, да, прочитали, да, поняли, что какая-то бездарность, и вообще никогда это не будет играть. Да нет, что-то так не было, мне как-то везло, в общем. Везло, и те роли, которые я получал, как-то я находил с ними точки соприкосновения, понимаете, тут все это. Вам, кстати, вот если говорить о фильмографии, очень везет на роли сотрудников милиции, я хотела сказать. Ну, да? Так они положительные все-таки роли. Ну, одного я сыграл, правда, начальника главка там, или как это, ГУВД этот. Сыграл плохого, который заказывают убить. Это был такой выстрел в спину. Была одна серия этих вот. И я сыграл такого. Но это все-таки, тем не менее, это не мое, конечно. И тем не менее, почему к вам так эти роли идут? Положительные? Нет, выбирают именно вот милиционеров, каких-то сотрудников полиции. Да, генералов. Да, генералов, подполковников. Ну, не знаю. Но вот мы говорили перед тем, да, перед началом эфира, что есть какие-то вещи, ну, наверное, это чувствуется, что какие ты читал книги, какие у тебя взгляды на жизнь, понимаете? И где-то это, оно проскальзывает все-таки в общении, в том, что я играю до этого. И кто-то увидел, и из тех, кто набирает, там, режиссер или ассистент, ну, такие ассистенты, как Коренева, да, вот знаменитая Коренева в Москве, мать Наташи Коренева. И здесь у нас тоже вот была Давыдова. Давыдова была Мария Осина. Вот тоже она посмотрела спектакли наши, студенческие еще. Вот начала мне потихонечку протежировать, чтобы я входил на Ленфильм. Но сегодня вы не только играете в кино, там, и в театре, да, вы сегодня еще и преподаете в консерватории. Нет, сейчас я уже не преподаю. Уже не преподаете. Да, там, к сожалению, там произошли изменения очень, ну,
человек, который недостоин был возглавлять консерваторию. Ну, а так вообще у вас... И мне пришлось уйти. Так. Вы в какой-то момент решили, что уже пора делиться опытом и становиться наставником для молодых. Вот все-таки. Ну, да, понимаете, это такая штука, когда вот ты можешь помочь. Потому что и можешь помочь вот именно по миллиметру выстраивать. Я говорю, у меня даже за эти годы, что я преподавал, выстроилась такая триада «добрый хозяин сцены». Все три слова одинаково важны. Вот это я студентам старался, чтобы доброта должна быть обязательно. Хозяин сцены, ну, хозяин и есть, а сцена венчает все это. И вот это я им по миллиметру, это выстраивать по миллиметру, понимаете, нужно это. Ну, после, когда там, я так доносятся до меня слухи, когда там кафедра, во-первых, нет, кафедра актерского мастерства, а то, что начинают делать, они поставят ли нам, не замахнуться ли нам на нашего Вильяма Шекспира, когда эти преподаватели вдруг говорят, что они хотят, ну, типа, со студентом Вагнер. Какой Вагнер, ребята? Вам нужно все научиться, ну, извините, я буду довольно груб, но научиться на сцене застегивать штаны, уверенно. Вы понимаете, что это шутка. Надо говорить и застегивать, ну, это вообще сложно. Понимаете, вот я этому я учил. Вот. А когда вдруг бах, и у них отменяется экзамен, отменяют экзамен по актерскому мастерству, mm-hmm. этот коллоквиум, на котором я успевал, за очень короткий срок, но я успел понять, что этот человек из себя представляет, предложить ему мою трактовку, да, вот он, если читает там даже какую-то мою трактовку, и когда я вижу, он ловит мышей, и тогда эти вокалисты, ну, очень, у них сложное отношение к актерскому мастерству, стараются, думают, это такая ерунда. Второстепенная такая вещь. Да, но я за вот этот коллоквиум успевал, и те, кто поумней, те понимали прелесть актерского мастерства, и те начинали заниматься. А часть, я говорю, ну ради бога, да не ходи, я тебе поставлю все равно оценку, поставлю, только не ходи, и не мучайся себе. А те, кто ходил, те добивались. Вы сегодня следите за успехом своих? Ну, конечно, сейчас вот они одни из самых востребованных, тех самых, я так все время говорю, это мой ученик гордый, говорю, это мои, да. Сейчас... Вы играете в театре «Комедианты» сейчас, правильно? Да. И вот Михаил Александрович, художественный руководитель этого театра, вот, скажем так, обрисовал всю деятельность театра, что мы позволяем зрителю пережить эмоциональный опыт. Это очень важно. А вот вы как считаете, вот что же дает зрителю вот этот эмоциональный опыт? Ну, так же, как мой коллоквиум по актерскому мастерству. Понимаете, пусть даже на эти 3 часа. Но человек задумался, если что-то его, тем более, это когда идет настоящая отдача, когда он видит, что люди, от сердца идет все это, и сыграно все еще хорошо, сыграно, то если хоть чуть-чуть у него что-то затеплилось, наша задача уже выполнена. Но это такая. То есть все равно общение со зрителями в театре, оно больше идет, нежели там в кино сниматься сегодня, наверное. Ну, со зрителем, конечно, потому что реакция, это же, ну, это невозможно же передать это счастье, когда... Ну, и самый первый успех у меня в театре «Ленинского комсомола», я играл опять, началось с милиционера, и милиционерами заканчивается. Я играл в «Петровке 38» по столу милиционера. Это роль, ну, эпизод, который проходит мимо влюбленной этой пары героев, и говорит, троллейбуса больше не будет, молодежь. Ну, с таким-то именно ударением, вот. Я не знаю, что сработало там. Ну, талант, я понимаю, талант это уже, как говорится, есть либо он, есть либо нет. То ли моя худоба, я был худенький очень, это все. Смотрел на них внимательно, с оценкой. И когда 2000-й зал взорвался овацией после этих моих слов, троллейбуса больше не будет, молодежь. Давид Львович Волосов такой был исполнитель известный в Ленкоме. Он играл Юлиуса Фучика в спектакле «Обстановка. Дорога бессмертия». Лауреат государственной премии. Он даже выскочил из гримерной, выскочил в этот коридор, который говорит, Виктор, что случилось? Я, значит, поправил... Нежданные аплодисменты, да. Поправил несуществующие усы и сказал, играть надо уметь. Вот так. Сегодня умеет играть, есть таланты у нас. А? Сегодня умеет играть, есть таланты, да, на сцене. Сегодня богаты таланты. Кто, кого вы могли бы выделить, может быть? Есть, конечно, есть. Ну, масса. Ну, тут, как мы говорили о Захаре Прилепине, Максиме Суханове. Вот Суханов. Я просто от него
Хотя именно эту роль, за которую похвалил Прилепин, Борис Годунов, ну там просто неугаданный жанр. Когда я в Пушкинском театре был и директор, я что-то решил посоветоваться. Говорит, Виктор Александрович, а тогда Фоменко должен ставить был Борис Годунов. А вот кто, вы считаете, мог поставить Бориса Годунова? Я не задумываясь сказал, Воробьев. Нет, об этой фигуре я даже разговаривать не буду. Он там умудрился испортить отношения. А он бы мог поставить. Потому что и все этот Мерзаев, или как он, который поставил фильм, Борис Годунов, тоже не угадал. Бондарчук тот тоже не угадал. Там просто Саврасов, стая галок на крестах и все такое. Саврасов, грачи прилетели. И здесь тоже не то. Не то все это. Вот примерно, я говорю, «Свадьба Кречинского», ведь вот Воробьёв вытащил, почему «Свадьба Кречинского», помимо этой любовной линии, которая, естественно, действует на всех это самое, а помимо этого он вытащил вот эту уголовщину, подоплеку всего этого дела, потому что он досконально изучил историю «Сухого Кобылина», который всю эту трилогию написал, сидя в тюрьме. Вы еще дублируете иностранные фильмы. Есть у вас такой опыт и эта деятельность. И меня вот давно волнует вопрос такой. Вот этот иностранный фильм, озвученный русскими актерами, по сути дела, это получается уже даже больше, может быть, русский фильм, потому что вот речь и актерская игра вот во время дубляжа, ведь это же очень много привносит и меняет картину, наверное. Ну, если не в оригинале. Конечно, еще речь... Ну да, я ничего не скажу. Ну, есть у нас один очень известный актер, да? Но он настолько русский. И когда он озвучил какой-то на телевидении, тогда было и наше телевидение занимается, он озвучил этого самого писателя Эмиля Золя. Ну, невозможно. Русопетость идет. Он очень хорош в этой своей русопетости, хорош. Но в этом никак не укладывается. Значит, вот тут есть какая-то вот золотая середина или культура речи, психофизических данных, понимаете? Вот какая-то. Я говорю, первое славу я снискал на фильме «Телохранитель», понимаете? Хотя там, она даже и в Америке, хороший актер, но с такого уровня, в общем, не самый первак, как говорят. Он великолепный актер, этот, который «Телохранитель». Великолепный. И когда вот я все это, когда потом была премьера у нас в Доме кино прокрутили, когда я увидел все целиком, я ощущение, что я сам сыграл эту роль. Сам сыграл. Настолько вот совпадение и какие-то близкие вот по соприкосновению, по внутренним психофизическим данным с этим самым. Опять забываю. Виктор Александрович, огромное вам спасибо, что раскрыли сегодня некоторые грани вашего творческого пути. Пусть не все, я думаю, что еще будет повод встретиться здесь у нас. Спасибо. Ну что ж, друзья, мы движемся дальше, и подошло время для обещанной викторины от доктора Нонны. Как всегда, в 6 часов викторина от доктора Нонны, действительно. И для того, чтобы выиграть сегодня вот такой замечательный кондиционер для волос, вам нужно правильно ответить на наш вопрос. Вопрос такой. В чем особенность диеты от доктора Нонны «Звезда Давида»? Варианты ответов. Первое. Не допускается одновременно употребление несовместимых продуктов. Второе. Нельзя есть после 6 часов или нельзя употреблять жареную пищу. Звоните нам по телефону 8 812 715 77 82. Отвечайте первым. И этот кондиционер мы отправим вам. А я спешу вам рассказать о третьем международном музыкальном турнире «Терем Кроссовер». Это мероприятие проходит с 2010 года. И в этом году там принимает участие более 20 коллективов из самых разных стран. И съемочная группа канала «Теледом» побывала на одном из отборочных туров и прикоснулась к новым направлениям в музыке. Так что прямо сейчас сюжет. В своем творчестве музыканты группы «Квинтет четырех» объединяют консервативную выучку с элементами народного творчества. Казалось бы, что общего у американской рок-музыки и русского фольклора? Музыканты нашли сходство и сделали уникальный микс. Произведение «Эй, ухнем», оно...
показывает как бы эмоции, страдания бурлаков, которые ну, тянут по Волге там различные суда. Вот. А произведение Нирваны «Smells Like Teen Spirit», оно тоже говорит о духе Teen Spirit, только о духе молодом, ну, молодецкий дух. Мы так и назвали «Дух молодецкий» это произведение. Музыкальные пристрастия участников фестиваля не ограничены. Все они играют не формат, музыку, в которой нет определенного стиля и жанра. У нас изначально виолончель. Это самое как бы basic, corn. И потом мы обрабатываем вокруг виолончели, или это барабаны, там. Ну, барабаны как бы мы используем, у нас очень хороший барабанщик Марек Слогинс, и очень талантливый, и он как бы Илек вставляет очень много разных звучаний из барабана, и у нас есть такие, как эффект дождя, эффект моря, и, ну, так мы делаем. Так современная классика рождается прямо на сцене. Конкурсанты полностью свободны в выборе репертуара и могут играть на любых музыкальных инструментах. Концепция, артистичность, индивидуальность и профессионализм – главные критерии для оценки их творчества. Именно те люди, которые вышли из рамок привычных жанров, да, они и попадают вот как бы в бездорожье. Им нужно пролагать собственную тропинку. И они ищут что-то. И вот опять же, по звучанию коллективов, видно, что кто-то вот нашел что-то такое современное, звучащее современно, кто-то нет. Кто-то живет в плену еще старых стереотипов. Так играли там лет 20 назад. Великолепно, все здорово играет. Но язык уже изменился. И вот это вот, а музыканту необходимо соответствовать, необходимо быть современным. Мощная энергетика выступлений делает каждый выход на сцену зрелищным событием. Но все-таки самым ярким аккордом целой фестивальной недели станет гала-концерт, который пройдет 12 октября в Большом концертном зале «Октябрьский».